Лучший метод продвигать свой бизнес и себя в соцсетях – это создание рилсов. На самом деле это сейчас настолько классный рабочий инструмент, вот особенно для сетевиков, и не только любой бизнес. Это рилсы. Почему? Потому что сами соцсети, они сейчас их активно показывают, продвигают. И если вы даете какую-то ценность, какую-то полезность, а для этого нужно понимать, что является действительно для людей ценностью и полезностью, именно используя ваш продукт, ваши возможности компании, ваших наставников, да, вот вы можете об этом всем говорить в рилсе. Кто понимает, что сейчас соцсети рулят, кто понимает, что сетевой маркетинг очень крутая тема, и у вас не получается что-то там создавать, то, что вот вы планировали, то я могу вам показать, как это все работает. Мы можем лично пообщаться, а еще лучше, у нас с 12 февраля начинается знаменитый уже тренинг «Турбина». Он проходит 5 дней. За 5 дней вы прокачаете все свои навыки. Вы поймете, что делать, как записываться рилсы, как их монтировать. Что нужно говорить, какие хэштеги делать. То есть все детали для того, чтобы у вас начал получаться ваш сетевой бизнес, есть у нас на тренинге. Кому интересно все, что я сказал, в шапке профиля есть мои контакты. Сразу звоните, мы познакомимся, я расскажу, что у вас так, что не так. Можем проанализировать ваш аккаунт, вашу деятельность, вашу компанию. И уже примите решение, стоит ли нам посотрудничать в этом направлении, в сетевом маркетинге. Скажу, что мой опыт в сетевом 18 лет, у меня шикарнейшие наставники, и то, что я говорю, это действительно рабочая система, потому что у меня довольно-таки большая команда в 30 странах мира, которая развивается, и большая часть людей развивается именно благодаря соцсетям. Хотя есть люди, которые работают еще по старинке в офлайне, и у них это тоже очень круто получается. Но это мы уже обсудим при общении. Все, пока, до связи.